Всем автомобилистам и любителям путешествий на своем автомобиле большой привет! В связи с некими спорами о состоянии дорог на Руси, сегодня поделюсь своими впечатлениями, особенно со знатоками, проживающих за границей, но ни разу не крутив баранку по российским трассам. Для начала этого видео я специально вставил фрагмент по полевой дороге, на которой любой немецкий автомобиль нового поколения в пыли просто двинет кони. А в общем, спешу сообщить вам, что не все так плохо, как многие говорят. А хуже всего то, когда мы обсуждаем места, где никогда не были сами. Пока могу показать хорошо асфальтированные трассы Ставропольского края, пригодные для любого отечественного автомобиля, а также иномарок. В общем, кадров и не так-то много, но исколесив этот край вдоль и поперек, должен сказать, что 80% трасс в очень хорошем состоянии, и даже Германия бы позавидовала, учитывая состояние дорог на такие расстояния, как в России. Видео было снято в 2016 году, но не уверен, что что-то могло измениться, хотя оспорить можно любой факт. В июне этого года представлю вам свою поездку на автомобиле из Германии города Франкфурта на Майне до самого Зеленокумска в теплом Ставропольском крае, проездом через Варшаву в Польше, Резекне в Латвии, Москву и Ростов. Подписываемся, ждем новых видео и всем счастливого пути!